зрителям, подписчикам, привет. Сегодня будем строить теплицу легенда 3x3. Немножко необычную. Будет у нее разносортное, так скажем, покрытие. Стекло плюс поликарбонат. Как это все будет выглядеть, посмотрим, покажем, расскажем. Пока приехали, разложились, начинаем работать. Вот это основание, на котором все будет происходить. Каркас мы поставили, закрепили его к бетонному основанию. Отливы сделали, обшили уже одну стену поликарбонатом. Вот весь интерес, или так скажем, изюминка, особенность этой теплицы в том, что ровно половина ее будет покрыта поликом, а другая половина стеклом. То есть один торец, одна стена и половинка крыши стекольная, все остальное поликарбонатное. Работа идет, пока работаем. Сейчас готовимся крыть стену стеклом. Каркас мы практически обшили. Крыша покрыта, один торец, две стены. Сейчас будем доделывать мелочевку. Будем ставить форточный блок, обшивать форточку, докручивать стену, которая покрыта поликарбонатом. И уже в конце сделаем стеклянный торец с алюминиевой дверью. Вот так вот это все получается красиво. Поликарбонат пыльный. После того, как пленку отдираешь, на нем статическое электричество образуется. Вся пыль прилипает до первого дождя. Это нормально, не пугайтесь. Закончили монтаж теплицы. Сейчас осталось наклеить рекламку. Быстренько сейчас соберем подставку под М в кубе. Емкость М в кубе называется, кубовик в простонародье. Все, ее сейчас соберем, поставим вот туда на бетон, и все, и пойдем смотреть все, что у нас получилось. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, сегодня мы строили теплицу легенда 3x3 комби. Необычное сочетание. И подставка под емкость объем 1 метр кубический с лесенкой. Сразу к подставке. Подставка сделана из трубы 40 на 40, прикручиваются к ней распорки диагональные, дверь, крючок для двери, лесенку заказал клиент к ней. Все ждет своего часа, пока на нее поставят емкость. Покрашена полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Далее теплица. Вот поликарбонат, толщина 4 мм, торцы защищены торцевым профилем. Ровно половина теплицы под поликом, другая половина под стеклом. То есть лицевой торец, стена и крыша, которые смотрят на участок, они остеклены. Остальные части в полике, точнее в поликарбонате. Стеклянный торец, алюминиевая дверь установлена цельная, с доводчиком и с крючком, фиксатором. Снизу по всей теплице отливы в круг. Стекло крепится с помощью профиля системы база-крышка. Снизу резиновый уплотнитель под прижимными уголками. То есть везде стекло, где ложится на каркас, прямого примыкания стекло и железо нет. Везде ставятся резинки. А потом уже сверху прижимается уголком облицовочным. Он же фиксирует стекло. Прижимается тоже не со всей дури. Смотришь, вот резинка. Раз, стекло немножко гуляет. Все. Вот так вот регулируешь момент затяжки. Каркас сделан из профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Форточка в торце. Торец поликарбонатный.
Система подвязки согласно будущим грядкам и просьбам клиента. Также форточный блок. Форточный блок тоже располовинен. Половинка под стекло, половинка с поликом. Все стоит на бетоне, закреплено с помощью анкеров. Также есть диагональные усилители по две штуки на каждую сторону. Вот такая необычная теплица у нас получилась. Компактная, но очень высокая и вместительная. Дверь с доводчиком. Раз, сняли с крючка, и она плавно закрылась и чуть-чуть притормозила в конце. Все, можно ее нажать, закрыть. Все, дверь будет закрыта. Вот такая отличная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!